Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Инфа. Перед нами Motorola Moto G41. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе настроить камеру. Камера этого телефона и так уже довольно-таки хорошая, но можно ее еще дополнительно настроить, чтобы фотографии были качественнее, занимали меньше места на диске и так дальше. Так что давайте начнем. Для этого зайдем в саму камеру. И первое, что нам нужно сделать, это пройтись по таким самым банальным настройкам, потому что хоть они и банальны, они тоже влияют на нашу съемку. Так что давайте начнем с них, а потом перейдем к уже более нормальным. Нажав на стрелочку вверх, мы видим некоторые такие мини-настройки. Во-первых, вспышку, которую лучше настраивать вручную при съемке. Дальше у нас таймер, который желательно выключить, чтобы перед съемкой у нас не шли секунды или же отсчет. Фотоклип тоже обязательно выключаем, потому что во время фотоклипа у нас не работает HDR, также не работает вспышка, плюс качество тоже может слегка урезаться. Фотоклип выключаем. Соотношение сторон настраиваем под себя, 3 к 4 это публикация в Инстаграме, а 16 к 9, точнее 9 к 16 это история в Инстаграме. Теперь перейдем к основным настройкам. Выбрав пункт настройки ИИ, мы видим много-много разных настроек по оптимизации нашей съемки. Первое. Это автосъемка улыбки, когда телефон видит, что в кадре кто-то улыбается, делает фотку. Я этим не пользуюсь. Жест для селфи. Мы показываем телефону ладонь, телефон делает селфи. Иногда полезно, потому что вы можете сделать фотографию на переднюю камеру на расстоянии. Интеллектуальная композиция. Спорно, включать этот пункт или нет. Я лично его обычно не включаю, хотя многим он может помогать. Этот пункт автоматически при использовании интернета выравнивает горизонт, то бишь... Я сказал искусственного интернета, только что мне показалось. Искусственного интеллекта выравнивает горизонт, делает фотографии прямыми и ровными, чтобы они не закашивались, то бишь... В принципе, довольно-таки полезно, но... я предпочитаю выравнивать горизонт вручную, поэтому я этим пунктом не пользуюсь. Также мы можем включить оптимизацию снимков. Обязательно включаем этот пункт. Автоматически настраивает нашу камеру так, чтобы фотография выглядела лучше всего. И для низкой освещенности я обычно отключаю. Почему? Потому что этот режим автоматически включает ночной режим, когда видит, что очень темно. Я иногда хочу специально сделать темную фотку, а телефон берет и включает ночной режим, и фотография получается светлой. Так что этот пункт не для меня. Дальше в пункте фото мы можем настроить разрешение передней, а также задней камеры. Нажав на разрешение основной камеры, мы можем выбрать высокое разрешение, тогда наши фотографии будут качественнее, чем они были до этого, но тогда они будут занимать больше места на диске. Также можно уменьшить качество, тогда и качество, соответственно, урежется, но и места на диске у вас будет больше. Разрешение фронтальной камеры здесь также можно выбрать 13 или 8 мегапикселей. HDR оставляем, авто лучше не трогать. Селфи-зеркало лично я обычно включаю, вы же себе сами посмотрите. Вы можете сделать одну фотографию с селфи-зеркалом, вторую фотографию без селфи-зеркала и посмотреть, какая вам больше нравится. Водяной знак отключаем и переходим к видео. Видео включаем стабилизацию, тогда все видео, которые мы снимаем на телефон, будут намного плавнее. Идем к настройкам съемки. Здесь у нас есть пункт «Быстрая съемка». Смотрите, мы берем наш телефон, можем его даже заблокировать, неважно, и поворачиваем сперва экраном вниз, потом обратно экраном вверх, экраном вниз, и потом обратно экраном вверх дважды. И сделать это надо быстро, вот таким вот образом. И телефон включает камеру буквально за секунду. Таким образом мы можем, не знаю, идти по улице, вот быстро так телефоном прокрутить, и телефон откроет камеру, вы можете быстро что-нибудь сфотографировать. Но это еще не все. Дальше у нас есть «Коснитесь для съемки», тоже включаю. Иногда я вот держу телефон как-то вот так вот, и мне неудобно вот тянуться вот сюда вот пальцем к камере, поэтому теперь я могу просто в любое место на экране нажать, вообще без разницы где, телефон делает фотку. Удобно. Звук затвора выключаем, потому что я не люблю, когда телефон издает звуки во время съемки. Вспомогательную сетку обязательно включаем. С помощью сетки мы можем выравнивать горизонт, плюс смотреть, какой объект в какой части экрана находится. Вполне себе полезно. И уровень. Уровень
Это такая палочка у нас в камере появится, когда, которая нам покажет, как нужно держать телефон ровно, чтобы фотография получалась тоже ровной, но... Мне кажется, этот пункт работает очень странно, иногда он показывает вообще не то, что надо, и честно, он меня раздражает, поэтому я им не пользуюсь. Вы можете включить и попробовать, как он работает, может, он вам поможет. Если нет, то себе выключите в любой момент, в принципе, не очень-то и страшно. Использовать последний режим. Смотрите, сейчас я, к примеру, нажимаю сюда, выбираю этот режим профи, съемки. Дальше я выхожу из этого режима, и меня оставит. То есть обратно перекинет в режим фото. Если я поставлю галочку «Оставаться» или «Использовать последний режим», то при выходе я останусь в том режиме, в котором я был во время выхода. Настройки сохранения. Здесь есть невероятная функция, которая называется «Память». Здесь вы можете сделать так, чтобы фотографии, которые вы делаете на свой телефон, сразу сохранялись у вас не на телефон, а на флешку, которую вы ставите в телефон. Тогда вы сможете сделать так, чтобы, во-первых, фотографии не забывали память вашего телефона, потому что все фотографии у вас будут на флешке. Во-вторых, если с телефоном что-то случится, то вы в любой момент сможете просто с него достать карту памяти, не потеряв никаких фотографий. Место съемки. Эта функция работает, срабатывает, то есть не сразу, но давайте посмотрим, работает ли она. Мы включаем место съемки, нажимаем на три точки, и у нас здесь в сведениях о фото должна появиться такая карта с местоположением. У меня есть вот где-то на каких-то задних фотографиях вот здесь вот подобная карта, но она работает только при интернете и работает очень странно. Вот давайте эту фотографию выберем. Видите, у меня здесь есть место съемки. Я вижу точные координаты, где я делал данную фотографию. Вижу здесь карту, которая у меня не показывается, потому что на телефоне нет интернета. Могу даже открыть в картах и просмотреть свою карту путешествий. То бишь я могу узнать в любой момент, где я делал какую-то фотографию. И как бы на карте посмотреть все фотографии, которые я когда-либо делал, сложно объяснить. Включите и посмотрите сами. Я думаю, вы все поймете. И у нас остается еще режим сведения, в котором мы можем разве что сбросить камеру до заводских настроек. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И всего хорошего. До свидания.